маленький котенок. Смотрите, тут стоит коробка. Что же в ней? О, это маленький котеночек. Смотрите, какой он милый. Но кто-то бросил его. Он оставил его одного в коробке. Ой, кажется, кто-то едет. Давай, давай, скорей. О, проехал мимо. Котеночек, может быть, это твое спасение? Беги скорей за ним. Смотри, дверь в дом открыта. Давай, давай, скорее, подбегай. Еще одна ступенька. А, кто же у нас тут? Ну, наконец-то! Кажется, мы нашли хозяина. Ой, зачем ты залез обратно в коробку? Ребята, признавайтесь, кто его напугал? Ну, не убегай, пожалуйста. Мы уже с ребятами имя тебе выбираем. Мы думаем назвать тебя Банни. Нравится имя? Ну давай, беги тогда обратно. Смотрите, как он весело поскакал. Сейчас точно зайдет в дом. Ну-ка, ну-ка. Кто у нас тут? Привет, Бантик. Мы тебя решили так назвать, потому что у тебя есть бантик. Ребята, смотрите, а вот и наш новый дом. Пойдемте наверх, посмотрим, что там. Ой, какой-то клоун нас испугал. И снова испугал. Бантик, не бойся, он больше так не будет. Ты с машинкой решил поиграть? Хорошая машинка, пожарная. Ой, смотри, самолет летит. Ты умеешь на самолете летать? Ничего себе, какой ты акробатический кот. Осторожнее, только не упади. Оп, и ты на месте. Классно. Здесь много всего интересного. Смотри, из домика вышел какой-то чудик. Так, а это скорая помощь, что здесь делает? Ты хочешь на ней покататься? Ну покатайся немножко. Ой-ой, кажется, ты слишком быстро едешь. Давай, сбавляй скорость. Ну вот, видишь? Ты кушать захотел? А еды-то и нет. А как нам взять еду? Ребята, вы знаете, как взять еду? Ну давайте, попробуем поиграть в этот кубик. Здесь нужно собрать какие-то фигуры. Отлично! Первая была рыбка. А теперь нужно собрать крокодильчика. У нас отлично получается. Так, а это кто такой? Точно, ребята, бегемот. Спасибо за подсказку. И осталось собрать петушка. Замечательно! И мы получили 4 рыбки. Ну что, теперь можешь кушать? Давай, покормлю тебя. Ребята, а ваши котята любят рыбку? Посмотрите, какой он милый. Он прям как настоящий. Ребята, а у кого-то есть котята, похожие на нашего Бантика? Так, ему предлагают поиграть в мяч. Ой, мимо. Давай еще раз. Ой, снова не попал. Наверное, ты мало покушал. Смотри, коробка исчезла. Ты опять спрятался в коробку. Ты что, любишь в коробках жить? А, здесь нужно играть. Смотрите, как он смешно высовывает лапки в дырке. И мордочку. И ловит всяких зверьков. Какая забавная игра. Интересно, а кто ему на коробке нарисовал такого динозавра? И цветочек, и домик, и даже улитка есть. Хорошие рисунки. Ребята, а вы любите рисовать? Смотрите, как быстро он стал ловить игрушки. Настя Самсонова очень переживала, что никогда не попадает в видео. Привет тебе, Настя, и не расстраивайся. Вот видишь, ты попала в видео.
А еще сегодня у Людмилы Захаровой день рождения. Поздравляем тебя, Люда! И желаем тебе всего самого хорошего! Ой, вода попала прямо на личико. Наш бантик не любит воду. Давай, аккуратнее играй. Как думаете, ребята, ему дадут корм за эту игру? А я-то думала, корм дадут. Ну ладно, а давайте немножко порисуем. Я буду рисовать рисунок, а вы отгадывайте, что я нарисовала. Тут можно смешивать цвета. Так. Для начала возьмем зеленый цвет. А теперь сделаем голубой. Посмотрим, что же у нас получится. Как думаете, ребята, что это будет? Теперь возьмем коричневую краску и нарисуем такие вот палочки. И зеленой краски. Ребята, как вы думаете, что у меня получилось? Давайте еще раз попробуем. Снова возьмем зеленую краску. Закрасим половинку листа. А теперь возьмем голубую краску. Так, а теперь желтую. Ее не нужно ни с чем смешивать. И белую. А теперь самое интересное. Как вы думаете, ребята, что у меня получится? Пишите в комментариях. Посмотрим, кто первый отгадает. Ну что, еще один рисунок? Давайте. Нет, не буду зеленой закрашивать. Давайте возьмем голубую краску и посмотрим, что у нас получится в этот раз. Ребята, вы отгадали первые два рисунка? Тогда отгадывайте и третий. Так, что же это такое будет? Как думаете, кто-то уже догадался? Да, согласна, лапкой рисовать не очень удобно. Как интересно, котята ими рисуют. И вообще странно, а котята умеют рисовать? А ваши котята умеют рисовать краской? Очень интересно. Пишите, у кого котята рисуют. Ну что, отгадали третий рисунок? Ладно, пойдемте еще поиграем. Что у нас тут еще есть? Ой, снова на скорой помощи прокатиться решил. Бантик, ты это зря. Ты опять же с бешеной скоростью будешь ездить. Ну я же тебе говорила, не надо так ездить быстро. Это ведь очень опасно. Ребята, ну хоть вы ему скажите, чтобы он так не ездил. Спасибо, он вас послушал. Ой, еще и смеется. Кажется, он решил поиграть с нами в прятки. Какой смешной бантик. Куда-то он спрятался. Кажется, я его вижу. Так, а теперь где? За светильником. Ух, какой хитрый. Так, снова спрятался. А вон он, под кроватью. А вы нашли его? Интересная игра, не правда ли? Так, вот он. Ребята, пишите, кто быстро нашел нашего бантика? Смотрите, и за игрушками даже прячется. Интересно, куда еще спрячется? За кто-то не надо залазить, ты же можешь упасть. Ты что, хочешь опять потеряться? Вот, наверное, так он и потерялся в прошлый раз. Спрятался за окном и упал в коробку. А вы, ребята, как думаете, как он оказался на улице? Или кто-то его бросил? Очень интересно, кто мог бросить такого милого котенка? Ну не правда ли, он такой хорошенький? Так, и еще немножко поиграем.
Где же? А, вон, под кроватью. Кажется, мы зарабатываем рыбки. Будет чем покормить нашего котика. Но давайте еще немножко поиграем, и хватит. Так и есть. Смотрите, теперь мы можем покормить котенка. Держи своих рыбок. Ну что, тебе вкусно? Да. Ты аж мурлычешь от счастья. Такой ты мимишный. Так, а что у нас заяц-то смеется? И жираф. Эй, животное. Вы хотите, чтобы он еще раз попробовал мячик кинуть? Ну давай, ты же сейчас поел. Ура, смотрите, у него все получилось. Ты куда так быстро убежал? И что-то ты вздумал делать на кровати. Здесь надо прыгать и делать разные фигуры. Это очень интересное занятие. Но мне кажется, твоему хозяину оно не очень понравится. Если он увидит, что ты прыгаешь на его кровати. Так хорошие котята не делают. Ребята, а ваши котята прыгают на кровати? Рассказывай. Кажется, наш котенок захотел спать. Ну ложись спать. А мы потом еще раз поиграем с тобой. А пока, ребята, рассказывайте, понравился ли вам наш милый котеночек? И у кого дома есть тоже домашние питомцы? А может быть, у кого-то есть точно такой же котик? Ну ладно, все, всем пока-пока!